Всем огромный привет! Икея, продолжаем гулять в отделе с коврами. Рассмотрим подробнее сейчас вот этот стенд. Если нас никто с вами не прервет. Новинка. Роделунд. Ковер безворсовый для дома, улицы. В общем, в любые помещения. 7000 рублей. Вот такой бежевый. Он прячется как раз-таки за этим стендом. 200 на 250. Он с двух сторон одинаковый. Как правило, эти ковры легко моются, легко перемещаются. Также, смотрите, устойчивый к воздействию влаги, солнечных лучей, загрязнения. Прочный, устойчивый. В общем, одни плюсы. 100% полипропилен. Плотность, также, если кому-то это очень важно, можно посмотреть. Если использовать дома, и если он не будет плотно прилегать к стенкам или под мебелью, то, конечно же, он будет скользить, это 100%. Еще одна новинка, хотя, опять-таки, повторюсь, это точно не новинка, 2500, помню я этот ковер безворсовый, называется, очень длинное название, 180 на 240. Вот он такой, он вообще как корзинка такая, пластмассовая корзинка, а не ковер. Вот знаете, есть такие детские корзинки плетеные, вот это именно он. Мне кажется, такое лучше использовать только на улице, грязь на нем вообще не застрянет, а мыть его одно удовольствие. Дома уюта он точно не создаст, потому что он какой-то даже холодный, такое ощущение. Еще одна новинка в цвете темном. Тювельси мы смотрели до этого в светлом голубом, в синем там. Темно-серый. Чтобы получить материал для данного ковра, кстати, тоже красиво, если издалека, то также смотрится как звездное темное небо ночное. Потребовалось переработать примерно 345 пластиковых бутылок объемом 0,5. То есть опять-таки из отходов сделали ковер. Если кого-то данная информация наоборот отпугивает, ну, значит, не приходите в Икею. Мне кажется, пройдет еще каких-то полгода, и они начнут предлагать нам еду из переработанных отходов. Ну реально, просто сейчас в мебели, в текстиле. Даже ковер уже из пластиковых бутылок. Тут двоякое мнение, и плюс, и минус. Но пока я его оставлю при себе, надо до конца сформулировать свое отношение. 6000 за 133 на 195. Затем идет 8000 и максимально 200 на 300, 12000 рублей. Но внешне он очень красивый, правда. Лучше хочется что-нибудь светлого посмотреть. Хотя на темном, конечно, тоже пятна, меньше видно, свои плюсы. Арнагер. 140 на 205 тысяч рублей. Ковер короткий ворс. 100% полиэстер полипропилен. У него очень мягкий, комфортный, короткий ворс, который очень тактильно приятно трогать. Здесь обычная подкладка. Площадь 2,8 квадратных метра. Ну, очень мягкий. Ну, да, не забудьте взять антискользин. Виндум 7000 рублей. Вид издалека. Тоже бело-черный, такой серый. Вот эта серия, которая сделана из отходов. Превращаем отходы в ресурсы. Светлый ковер, темный ковер. Скорее 9000 рублей, серое бежевое основание, серый круг по центру, 170 на 240, длинный ворс. Вот очередное произведение, но тут уже без краплений, никакого тебе звездного неба, просто ровный белый цвет с оттенком, больше такой песочный. Из новинок представлено в коричневом цвете спаруб, 3500, и за больший размер 5000 рублей. Идет короткий ворс, такое основание. Цвет даже больше рыжий. Очень красивый стуэнце фиолетовый. Здесь он представлен за 4000 рублей, короткий ворс. И также вот на этом стенде именно он.
не сильно он мягкий, но там за счет того, что плотно набито, в руке комфортно, конечно. Я имею в виду, что как бы нет этой синтетики и проплешин. 133 на 195, 4000 рублей, имеются другие цвета. Легкий блеск создает вариацию цвета на поверхности. Писать красиво, конечно, тоже талант. 100% полипропилен, обратная сторона Эва. Стоинцы в белом оттенке. И вообще они на контрасте и либо вместе очень классно смотрятся. Кто любит комбинировать, дизайнеры там всякие проекты, мне кажется, совмещать будет просто бомбически. Перейдем снова. Я говорила, что никакой последовательности, что будем переходить от одного стенда к другому. Ковер безворсовый, Резинстат, 170 на 240, ручная работа, разноцветный, 20 тысяч рублей. И вот эта модель, опять-таки, как крупная вязка, выложенная кирпичиком детали. Шерсть – прочный материал. Здесь идет 100% шерсть, 100% хлопок. Безворсовый. Можно использовать на любом типе поверхности. Плюс бахрома. Безворсовые ковры тут. Ну, вот эти все модельки уже смотрели, пока новинок особо нет. Далее все уходит в безворсовые ручные работы, и там уже пошли уникальные персидские ковры, но вот именно в нашей Икее, в городе Екатеринбург. И да, надо тоже, кстати, уточнять, что не все, что есть на стенде, может быть внизу. Чаще всего сразу помещают здесь. Была у них практика, что мы искали ковры на это, уже где-то перед выходом. Но сейчас смотрю, что здесь помещают все. Это удобнее, чем записывать и искать ряд места потом в другом месте. Кстати, как выглядит стоп? Это вот такая вот штучка небольшая. В Бельгии, кстати, сделана. Представляете, сделана в Бельгии. Стоп. Противоскользящая подстилка, 100% полиэтилен. Все, и ее помещаете на пол, а сверху уже ковер. Ну, соответственно, ничего с ней делать не нужно. Если есть необходимость, мыть ее проще простого. Так, эти мы посмотрели. Еще хочется вот к этому зеленому подойти стенцу, посмотреть чисто как целиком он смотрится. 2000 рублей за размер 80 на 150. Вот его. Повесили плотно, толстый ворс, но короткий. Еще моделька классическая, икеевская, пока не выводят ее из производства. Не знаю, насколько она будет. Я вот на одном сайте прочитала, что ряд мебели выводят из производства, но этот сайт, скажем, не авторитетный, поэтому озвучивать пока не буду. Так вот, этот ковер тоже давно представлен, как и та же мебель, которую выводят из производства. И не знаю, выведут его или нет, потому что были ковры тоже с похожим орнаментом, их уже не продают в Икее. А такой пока со скидкой, то есть если у вас есть IKEA Family, вы можете 500 рублей дешевле купить, 133 на 195 и 2500 отдать. Ну, тут ничего натурального, синтетический латекс в основании, то есть вот, и 100% полиэстер, короткий ворс. Но это такой стандартный классический коврик из IKEA, то есть когда к вам придут гости, они сразу поймут, что это IKEA. Аллерслев, зеленый, серый. Тоже цена качество оптимально. Длинный ворс. Персидские ковры чаще всего не рассматриваю. Если в этом необходимости вообще покупаете ли вы такие ковры именно в Икее. Они проходят у меня просто яркой картинкой. Я знаю, что они есть в этом магазине и не более того. Вот такое разнообразие в нашем городе, в нашем магазине.
что, давайте попрощаемся. Еще обязательно увидимся. До новых встреч и пока-пока.